Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня речь пойдет о растении бугенвиллия. Действительно, очень красивая, потрясающая лиана. И я в одном из видео подробно рассказывала о ней. Но как раз съемка этого видео пришлась на период, когда у нее не было пышного цветения. И сейчас она сентябрь месяц, и она уже третий раз за сезон дает очень пышное цветение, полностью покрывает крону. Даже не видно зеленых листочков, то есть вот эти прицветковые листья, они полностью закрывают сами зеленые листочки, и создается ощущение такого нежного розового облака. Не буду много сегодня говорить, хочу, чтобы вы насладились сами этой красотой. И бугенвиллия очень любит солнце, и на солнце она дает более яркое, пышное цветение. Здесь, как вы видите, теневая сторона этой огромной лианы. Сейчас пройдем на солнышко, на солнечную сторону. Обратите еще внимание, сами цветочки, они очень мелкие, белого цвета. И на фоне розового облака смотрятся как маленькие звездочки. Пойдемте на солнечную сторону, и вы убедитесь в ее красоте и очаровании сами. Напишите в комментариях, как вам понравилось такое пышное цветение у бугенвиллии. Мне очень хотелось поделиться с вами такой красотой, и в третий раз я не могла просто пропустить и не отснять для вас это видео. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Возможно, рядом с вами есть подобное растение, которое дарит вам красоту и радость. Если нет, то заведите такого друга себе. Пока-пока.